Ну, короче, много рождается детей с отклонениями. Из-за того, что плохая, вот это, как сказать, ну, воздух плохой, не знаю, там, экология плохая. Очень много родов проходит неправильно. Какие-то, ну, рождаются дети с отклонениями. У кого-то слуха нет, у кого-то там астмы проблемы. В общем, короче, им нужны какие-то особые врачи. Они не могут это больше получить в этом маленьком населенном пункте. Им нужно ехать куда-то там за 2 километра. И все. И дети в итоге пострадали. Дети пострадали. Вот в это время убивают украинских детей, а внутри вашей страны, в маленьких населенных пунктах, дети не получают нужной им медицины. Понимаете? А вы говорите, Путин что-то поднял. Это просто опломбские слова из Первого канала. Опломбские слова. Вы можете найти сотни опустошенных деревень и сотни городов, которые умерли, начиная с 2000-х годов. При Путине. Закрытые заводы, где люди процветали, все было хорошо, умерли при Путине. А если сейчас какие-то заводы начали работать, это только благодаря в этой войне, потому что, ну, вдруг пошли заказы. Понимаете, начали заказы, чтобы делали дроны, там, какие-то там технику. Вот спасибо войне за работу, вы представляете? И вы называете, что он поднял. Сейчас хочу сказать, вот, вы сказали то, что при родах там рождаются больные дети. Вот у меня мама месяц назад рожала мне сестру, родила вот в городе. Построили новую трассу для города вообще. Она, ну, новая. И благодаря этому мама быстро доехала до роддома, и все хорошо было. Вот и важно. Это очень важно. Вот я делаю много роликов про Уссурийский остров, большой Уссурийский остров, который Путин отдал Китаю. Сейчас там будет все хорошо, там будут построены дороги, больницы. Но до этого вот недавно я читала тоже какой-то чат уссурийский. Ну, когда вот это, наверное, еще был, наверное, 15-й год, потому что тогда еще Уссурийский был наполовину России, наполовину Китая. Там девочка умерла. Потому что не то, что дорог не было, там вертолеты прилетают 2 раза в месяц. То есть девочка умерла, потому что вертолет не прилетал каждый день. Вот и все. Девочка не умерла, если бы она жила бы в Питере. То же самое с Саха, то же самое. Дорог нет, только летают вертолеты. Девочки там тоже умирают. Вы понимаете, Путин один для Санкт-Петербурга, и Путин совершенно другой для Большого Уссурийского. Путин один для Москвы, и Путин совершенно другой для Саха. Понимаете, для Бурятии. Там везде разный Путин. Куда-то он приносит денежки, а у кого-то забирает. Понимаете? Понимаете, у кого-то пенсия, например, 8 тысяч, у кого-то, может быть, 28. Ну, это же разница 8 и 28. Вы это же не представляете, какая разная Россия. И дорога – это очень важно. Если нет дороги, действительно, скорая не приедет и не увезет скорую. Все, значит, ты обречен. Если пожар, пожарная не приедет, представляете? Пожар, пожарная не приедет. В 21 веке, а вы говорите, Путин поднял Россию. Какую часть России он поднял?